Всем-всем доброе время суток. Хорошо, если это будет утро, потому что я хочу предложить вам быстрые бутерброды горячие. Ну или вечерний перекус. У меня осталось после пиццы колбаски немножко и уже натертого сыра. Обычный твердый сыр я покупаю на пиццу, не самый дорогой, даже можно сказать, даже самый дешевый. И мы в общежитии так делали. Батон на хлебе как-то не очень вкусно, а вот батон сам то. Вот такие, самый простенький. Вот так, пошире здесь сторона. Ну вот так я поделила, чтобы закрыть, чтобы еще один кусочек получился. Так, вот так. И покрываю все это остаточками натертого сыра. Конечно, в общежитии нам было не до тертого сыра. Мы плавленый делали сырок. И даже иногда и без колбасы. Просто батон, сырок сверху. Плавилось, застывало, и были вкусные бутербродики. Ставлю в микроволновку и выставляю, ну, 2 минутки. Я в окошко смотрю, как сыр начинает плавиться, я сразу достаю. У меня ушло 1,5 минутки на то, чтобы сыр расплавился. Остудить можно на этой тарелочке, но потом обязательно надо переложить. Потому что бутерброды горячие. И на тарелке там создаются капельки. И чтобы не казались они сырыми. Сейчас вот пар идет. Слегка остынут. И я сразу их переложу на чистую сухую тарелочку. На бумажное полотенце не советую, потому что прилипнет. Вот я переложила на сухую тарелочку. А здесь осталась влажная тарелочка. На эти бутерброды ушло у меня больше 2 минут. Немного. Можно, конечно, по желанию, кто любит, сверху там помидорчик положить. Будет мини-пицца такая. Можно использовать сосиски, сардельки, плавленый сырок. Ну, в общем, все, что в холодильнике остаточки остались, можно использовать для приготовления горячих бутербродов. Всем приятного аппетита. Я пойду Саньке отнесу, потому что он сам не вспомнит. Сидит возле компьютера. Я ему вот туда периодически подкидываю пищу. Всем всего хорошего, мира и добра, и пока-пока!